Ты молодец. Пришла воспитывать. Так, не гавкайте. Грета Мюнхен, что вы тут делаете? Сейчас с вами как-то разберутся. Так, сборище начинается. Я ничего не... А что вы все пришли? Я не собираюсь вас кормить. Вы уже кушали. Я взяла снимать, потому что мне вот было интересно, что тут Грета с Мюнхеном делает, когда нету еды. И кастрюли пустые. Вот Леопольд видно, что он покушал. Молодец, Леопольд. Что там есть в кастрюле? Да ничего же нету. Так, сейчас я вытеру стол. Давай. Вытерем стол. Выходите, я буду тут стол мыть. Выходите. Быстро. Кошмар. Ничего не дают сделать. Грета, что ты там в кастрюле нашла? Из-за тебя все коты собрались, они подумали, что тут что-то есть. А там нету ничего. Такая непонятная ситуация бывает, видите? Грета, что ты там нашла? Там пустая кастрюля. Вылазь. Иди в комнату. Вы живете на кухне уже теперь? Мюнхен подозревает, думаю, там что-то есть. А там ничего нету. Вот это да! Погнали за кем-то там. И вот это из-за этих двух попугаев, тут все собрались на кухне. И чего-то ждут. А зря вы ждете. Все уже. Только вода есть. Ну, Согрета, ты убедила, что кастрюля пустая? Или нет? Или еще сомневаешься? Сомневается. Грет. Мюнхен смотрит, думает, что же она там нашла. Вот Баскер знает, что там ничего нету. Он не такой глупый, да, Мюнхен? Леопольд, ты мне что, гостей намываешь или что? В 12 часов ночи к нам не 11 еще. К нам никто не придет. 100%. Алёсей, иди на пол уже. Вот, научила мама на столе сидеть. А там собаки ж кушать забирали, скажи. А на столе как-то с котами интереснее. Да, будь здоров. Не, ну все, я не поняла, что там с Гретой. Грета, мы так и не поняли, что с тобой. Мюнхен, что ты с Гретой сделал? Давай лапу. Лапу давай. Терри, молодец. Лапу давай. Давай лапу. Лапу давай. Лапу давай. Посмотри на него. Леопольд, плохо себя ведут попугаи? Плохо. Иди на пол. Иди, бубочка. Боже, пузо толстый. Ой. Ты плохо за ними смотришь, видишь? Они мне тут привели всех котов на кухню. Грета, я не знаю. Грета, тебя там кастрюля загипнотизировала. Мюнхен гипнотизирует Терри. Давай, а ну-ка, сдалека посмотрим. Да, какая-то ситуация непонятная. Какой-то треугольник.
Мюнхен в шоке, он не может понять, что там Грета нашла в этой кастрюле. Он просто, вот я понимаю, что попугай просто в шоке. Мюнхен смотрит, что ж там Грета нашла, если она пустая. Терри, ты плохо за ними смотришь? Что хотят, то и делают, лазят по кастрюлям.